зонах Таракта, у них нервные зоны нервного дна, восстанавливается сетчатка. И, конечно, самый мощный эффект будет в профилактике, то есть если мы можем в тени капать эти капли, то эти болезни просто не развивались. Антиоксидант против старческой слепоты только первый шаг. На основе той же технологии ученые обещают создать препарат системного действия, таблетку, которая защищала бы все метатомы.